Добрый день, я голова 49-го участка, Большакова Анна. Мы открылись, все в порядке, вовремя. Ждем наших выборцев. Живу в Краматорске, коренной краматорчанин. Пришел на выборы, чтобы проголосовать, чтобы Украина была сильная, справедливые были выборы, чтобы все было отлично и хорошо. Честно, если по-настоящему сейчас считаю, что это фарс. А так? Тем не менее, что пришел? Ну, пришел, потому что, чтобы никто не использовал мой голос. А так, это фарс.